російські окупанти їхали в Україну за званням Героя Російської Федерації, а повертаються назад грузом 200 – без кінцівок і високих посад. Про це свідчать нові розмови загарбників, які вдалося перехопити співробітникам СБУ в Черкаській області. Алло. Та й уже батько Махно. Чого, все там же? Угу. Батя позорилась бригада, да? Тут все приїхали за медалями. Офіцерів. Один говорить, я говорю, хочу к героям уехать. Уехал, уже должность сняли. Почему? Что людей что-то погибло, бля. Лошита, секунды. Угу. Нас вообще раскидывают. Некоторых людей вообще, бля, раскидали, как приман. Туда их кинули, их убили, другие проехали. Чем вы воевать будете? С голыми жопами, если ничего не осталось? А что ты, не поехал в госпиталь? Сказал бы мне, он прилетел в голову, и все, поехал бы уже давно. Получил бы медаль Героя России.